Экономика в условиях 21 века состоит из двух составляющих. Первое – важно выпускать актуальный товар, имеющий рынок сбыта и постоянную потребность в пополнении. Второе – продукция должна быть чистой, а ее производство экологически качественным и минимально ресурсно-затратным. Именно такие проекты сегодня активно реализуются в регионе при поддержке программ Европейского Союза. Для Бреста энергоэффективные технологии и в целом экологические инициативы уже давно не новые. В областном центре открываются предприятия, занимающиеся переработкой вторичных отходов. Активно внедряются энергоэффективные технологии, например, в освещении города. Следуя актуальным тенденциям, в 2017-м Брест первый в стране присоединился к компании по строительству умного города «Симбиосити». Поддержал соглашение мэра, в котором уже имеет опыт, ценный для других регионов. В Брест в конце марта, в начале апреля будет организован большой обучающий визит других белорусских городов-подписантов из других областей для того, чтобы брещане могли поделиться опытом работы своим. Тем более, что в рамках, например, подготовки к тысячелетию города очень много мероприятий делается, очень много интересных всяких инициатив реализуется. Я думаю, что другим городам тоже будет очень интересно посмотреть на этот опыт работы. Встреча сотрудничества ЕС Беларусь, Брестская область должна положить начало новым совместным инициативам. Немного цифр. С 2014 по 2017 годы пакет помощи Беларуси со стороны стран Европейского Союза в рамках программ соседства составил более чем 90 миллионов евро. Кроме того, ЕС второй по объемам торговый партнер страны. Это говорит о том, что диалог уже есть. Однако его статус можно вывести на новый уровень. Предложение для сотрудничества есть. Это первое мероприятие, которое запускает программу. Эта программа рассчитана на Брестскую и Гродненскую область, и вот только в рамках этого мероприятия будет определяться, какие приоритеты интересны областям, чтобы можно было, ну, соответственно, в рамках конкурса их профинансировать. Проектов у нас много, у нас есть очень большой такой глобальный проект, называется «Smart Brest». Мы себя позиционируем как условно сердце Симбиосити, потому что вот то, что находится у меня за спиной, это большой промышленный узел, здесь 120 гектар, то есть который на текущий момент уже практически и не промышленный, но эти территории недоиспользованы. И у нас есть проект, который бы развивал эту территорию, то есть это были бы и промышленные предприятия, но так называемые умные предприятия, смарт-предприятия, и образовательное направление, и научное направление, и даже, мы предполагаем, маленькую социальную сферу. Меня приятно удивляет уровень динамизма и креатива, который присутствует в идеях брестских предпринимателей и руководителей организаций. У нас уже реализуются известные многим проекты в рамках трансграничного сотрудничества. Я уверен, что новые программы должны быть связаны с энергоэффективностью. Проведя комплексный анализ всей европейско-белорусской деятельности, эксперты пришли к общему мнению о том, что работать в рамках грантовых программ нужно точечно, как правило, регионально. Регионально оказывается и консультационная деятельность. Программа консультации для малого бизнеса – это как бы такой новый ее виток, той инициативы, которая реализовывалась раньше, также при финансировании Европейского Союза, и она предусматривает фокус больше на регионы Беларуси, чем на, скажем так, на столицу. Она будет реализовываться еще до сентября 2021 года. То есть у нас еще есть достаточно много времени для того, чтобы найти и оказать помощь для таких предприятий. И да, мы достаточно фокусируемся больше на региональное развитие. Что же касается новых проектов, то их отбор будет произведен также локально, в зависимости от перспективы и долгосрочности. Результаты будут опубликованы на официальном сайте представительства.